Батарея холодная. Воды горячей нет. Отключили. То, что батареи слегка остыли, а из крана течет ледяная вода, Анастасия Курган обнаружила после 10 утра, когда взялась мыть посуду. Это стало для женщины неприятным сюрпризом. О подключении отопления в пятиэтажке на Кантемирова 3 жильцов не предупредили. Обращали внимание на то, что ведутся какие-либо работы, да, вот. Но дело в том, что не связывались с тем, что будут какие-либо отключения. И опять же ссылаемся мы на то, что должно быть информационное письмо для жителей дома. И теперь непонятно, когда включат все-таки батареи и будет горячая вода. Без тепла остался не только третий дом на Кантемирова. Под отключение из-за порыва на подающем водопроводе попали больше 40 жилых домов микрорайона. В квадрате улиц Кантемирова, Игнатьевское шоссе, Студенческое, Институтское. 4 детских сада и 2 школы. В последних отменять занятия не пришлось. Ребята на каникулах, дошколята в садах. Температуру в раздевалках и группах каждые полчаса мониторил завхоз. Ниже нормы термометры не опускались. В данный момент температурный режим в детском саду соответствует нормам 23-24 градуса в группах. Вот если ниже 18 градусов групповых, то тогда, конечно, мы будем оповещать родителей о том, что у нас температурный режим ниже нормы, и будут приниматься меры о том, чтобы детей забирали родители домой. Впрочем, задача специалистов АКС – успеть раньше, чем остынут батареи. Место порыва нашли быстро. Также быстро качали воду и устраняли дефект. Заменить предстояло часть трубы протяженностью 6 метров. Она не выдержала атаки грунтовых вод. Грунт размылся, началась коррозия, образовалась брешь. На сегодняшний день температура наружного воздуха сейчас составляет уже порядка 12 градусов. При такой температуре остывание будет происходить порядка 10-12 часов. Продолжение работ порядка 4-5 часов, что соответствует законодательству. На сегодняшний момент в данном районе работает 4 инспектора, которые мониторят температурный режим в жилых помещениях, также в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Сказано, сделано. Коммунальщики управились с ремонтом за 4 часа. После обеда ТЭЦ открыла задвижки. Система стала наполняться горячей водой. В квартирах жителей микрорайона потеплело. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город».